В Балаковском филиале АО «Апатит» группы «Фусагра» состоялись торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика, на которых чествовали передовиков производства. На заводскую доску почета аллеи трудовой славы занесены имена 10 человек. Для некоторых работников филиала это оказалось неожиданностью. Узнала в самый последний момент. Почему-то мое руководство решило, что это должно быть для меня сюрпризом. Это действительно стало сюрпризом. Чувства испытывала гордости, неожиданности, ну и радости, счастья. Было очень приятно. Узнал я об этом примерно 3 месяца назад, то есть когда свою кандидатуру я не подавал. Вот, начальник цеха так решил, как бы выдвинул мою кандидатуру. Ну, работаю уже 17 лет, начинала лаборантом химического анализа. Ну вот, достигла результатов и в результате оценили мой труд. Обновление доски почета по традиции проходило в преддверии профессионального праздника Дня химика. И целый год аллеи трудовой славы будут украшать фотографии тех работников, на которых можно и нужно равняться. В основном это представители рабочих профессий. Очень сложно было выбрать на самом деле лучших из лучших. Потому что коллектив Балаковского филиала АО «Апатит» подобрался такой, который способен решать любые задачи, который помогает предприятию стабильно работать и постоянно развиваться. Каждый год мы работаем с новыми рекордами, с новыми показателями. И этот год также, я уверен, будет для нас рекордным. Благодаря профессионализму и самоотдаче каждого работника предприятие постоянно развивается. Сейчас здесь реализуется очередная инвестиционная программа. На площадке появится новое производство, будут модернизированы имеющиеся мощности. В ближайшую 5-летку на повышение эффективности и увеличение производительности Балаковского филиала АО «Апатит» будет выделено порядка 15 миллиардов рублей. И все это делается для того, чтобы завод стабильно работал, а его сотрудники имели возможность профессионального роста. Если помните, год назад здесь же в этом же зале, празднуя этот же День химика, мы с гордостью отмечали, что по итогам 2017 года Балаковский филиал АО «Апатит» впервые в истории преодолел планку 2 миллиона тонн готовой продукции в год. Сегодня мы уже понимаем, что это, собственно говоря, норма, к которой мы работаем и идем дальше. Я хочу вас поздравить и с Днем химика, и с тем, что вы, каждый из вас, являетесь частью, членом дружной семьи «Фосагра», вы работаете в стабильной, твердо стоящей ногах компании. О производственных планах и достижениях коллектива говорили на торжественном собрании, в ходе которого не раз звучали слова благодарности не только за то, что предприятие вносит весомый вклад в региональный бюджет, но и за благотворительные проекты, реализуемые на территории Балаковского района. Для города Балакова вклад каждого из вас просто бесценный. Практически нет ни одной социальной какой-то отрасли или направления, где бы вы не приняли самое активное участие. Говорить о ваших производственных показателях, ну, просто можно только уже восхищаться, потому как у вас амбициозные планы, вы их смело ставите, смело преодолеваете и на международных рынках входите в тройку, даже первыми в своей отрасли. На торжественном собрании лучшим работникам Балаковского филиала АО «Апатит» были вручены почетные грамоты ПАО «Фусагра», Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, главы Балаковского района и главы города Балакова. И настоящим подарком для всех присутствующих стал концерт ансамбля «Манго-экспресс», который исполнил всеми любимые хиты.